Пятизвездочный отель «Кавальери Вальдорф Астория» – неизменный фаворит среди знаменитостей и богатых людей. Считается самым престижным в Риме. А теперь сюда сможет прийти на экскурсию любой желающий. Отель обладает обширной коллекцией произведений искусств. Ее собрали бывшие владельцы гостиницы. Руководство решило, что такие ценности нельзя скрывать от глаз людей. У нас есть гобелены, мануфактуры Баве, картины Джан-Батисты Тьеполо и последователей Караваджо, скульптуры и великолепная мебель. Эта коллекция включает примерно 1000 произведений искусства, расположенных по всему отелю. В холле гостей встречают 4 полотна Джузеппе Дзайса, знаменитого венецианского пейзажиста 18 века. Неподалеку стоит комод, принадлежавший королю Польши. В числе экспонатов – бронзовая скульптура датского художника Бертеля Торвальдсена и более 20 гобеленов 17 и 18 века, включая работы мануфактур в Обюсоне и Париже. Также в отеле есть много старинной французской мебели. Очень значим триптих Тьеполо. Это первые работы молодого мастера, которые написаны для частного дома. Они, безусловно, в числе моих самых любимых. Еще я упомянула бы комод польского короля, который находится прямо у входа. Можно отметить портрет Юдифи, кисти Франческо Кайра. Многие гости отеля не ожидают увидеть такую обширную коллекцию. Думаю, клиенты всегда немного удивляются, поскольку не представляют, сколько экспонатов у нас в отеле. К тому же есть еще и контраст с самим зданием. Оно было построено и открыто 60 лет назад, поэтому у него очень современный дизайн. Он контрастирует с нашей коллекцией произведений искусства, которая в основном состоит из предметов 17-18 веков. Некоторые экспонаты коллекции находятся в люксах. В отеле их 25. Увидеть эти предметы можно только в том случае, если номер свободен. Состоянием картин, гобеленов, скульптур и мебели постоянно наблюдают эксперты. По мере необходимости экспонаты приводят в порядок или реставрируют. Девяностокилограммовую морскую черепаху отпускают обратно в Атлантический океан на пляже в штате Флорида. В ее спасении участвовали пара туристов, а также береговая охрана США. Иду нашли запутавшуюся в ловушке для омаров, а назвали черепаху так в честь ее спасительницы Иды Шорт. В тот день они с мужем решили отправиться порыбачить. Сделав такое доброе дело, чувствуешь себя очень хорошо. Я спасла черепаху, которая весила около 90 килограммов. Это большая девочка. Обнаружив черепаху, супруги обратились к береговой охране, а она доставила животное в специализированную клинику во Флориде Кис. В течение 2 дней Иди обрабатывали небольшие раны, а также давали антибиотики. В итоге она быстро поправилась. Там есть черепахи, они повсюду. Когда ловишь рыбу, они тоже попадаются. Просто наблюдайте и убедитесь, что с ними все в порядке. Больницу для присмыкающихся открыла некоммерческая организация, которая с 1986 года спасает, реабилитирует и выпускает на волю морских черепах. Это единственная в мире сертифицированная государством ветеринарная больница для этих морских животных. Логгерхеды – крупнейшие в мире черепахи с твердым панцирем. Считаются уязвимым видом. Взрослые особи вырастают до 90 сантиметров в длину и могут весить до 150 килограммов. Их размеры панциря обычно защищают их от хищников. Главными угрозами в океане для них остаются рыболовные сети, корабельные винты и загрязнение окружающей среды. Свалка – не последнее пристанище для этих старых покрышек. Нигерийская организация Free Recycle перерабатывает их в тротуарную и напольную плитку, в шлепанцы и другие товары. Исполнительный директор компании говорит, что использованные покрышки на улицах нигерийских городов не заметить очень сложно. Если вы погуляете 5 или 10 минут, то гарантирую, что заметите как минимум 10 покрышек. Они лежат в канализации, на углах улиц, там, где в идеале их быть не должно. Free Recycle начала свою деятельность в 2018 году с 4 сотрудниками. Сегодня в штате уже больше 150 человек. Компания сообщает, что убрала с улиц более 600 тысяч покрышек. Более 400 тысяч из них переработали в новую продукцию. Шины обрабатывают и измельчают на мелкие кусочки. Затем их смешивают с клеем, который позволяет работникам формовать из отходов всевозможную продукцию. Резина, с которой мы здесь в основном работаем, и даже сталь довольно ценные. А еще есть волокно, у которого есть другое применение.
Самый популярный товар компании – резиновая брусчатка. Комплект из 40 штук стоит около $60. При этом сырье для производства бесплатное. Его собирают в Лагосе, Абудже и других крупных городах. Некоторые переработанные продукты немного дороже своих традиционных аналогов. Компания объясняет это увеличенным сроком годности. С экологической точки зрения они эффективно используют материал, который обычно выбрасывают или сжигают, что приводит к серьезному загрязнению воздуха. Согласно отчету Thai Industry Project, ежегодно в мире выбрасывают 1 000 000 000 покрышек. При этом на свалках и складах их скопилось уже около 4 миллиардов. Сербские археологи продолжают раскапывать римскую триумфальную арку. Ее обнаружили в декабре во время работ в археологическом комплексе Виминациум. Арку построили в 3 веке нашей эры. Это одно из немногих подобных строений на Балканах. Виминациум теперь дополнен триумфальной аркой. Такие объекты встречаются нечасто, особенно в юго-восточной части Европы. В Риме их было около 20, возможно, больше. Также несколько были в провинциях, ближайшая в Салониках. Но в этом регионе это первая триумфальная арка. Виминациум был городом и столицей римской провинции Мезия. Его основали в 1 веке. Он был одним из крупнейших городов своей эпохи. Здесь жили 45 тысяч человек. В Виминациуме были построены дворец, храмы, укрепления, амфитеатр, ипподром, форум, бани и мастерские. Также здесь был акведук. Триумфальную арку нашли во время раскопок главной улицы города. Мы надеемся найти больше частей триумфальной арки. Мы нашли одну прекрасно сделанную колонну, несколько оснований колонн и балок архитрава. Но хотелось бы найти фрагменты с надписью, которая была на арке. Больше фрагментов колонн, капителей и тому подобного. В первой половине 5 века на Виминациум напали гунны, и город сильно пострадал. Позже его отстроил император Византийской империи Юстиниан I. В 6 веке славяне стерли город с лица земли. Раскопки Виминациума начались в 1882 году и идут до сих пор. Археологический комплекс занимает 450 гектаров. Пока исследовано только 5% территории. Мы узнаем о предпочтениях и привычках людей, живших в этом районе города. Свидетельства об этом дают импортная керамика, родосские амфоры, в которых привозили вино, а также черноморские амфоры. При раскопках уже нашли нефритовые скульптуры, фрагменты мозаики, фрески, оружие, монеты, золотые изделия и останки 3 мамонтов. А летом прошлого года недалеко от Виминациума шахтеры случайно обнаружили остатки древнеримского корабля. Звезда американского футбола Илай Мэннинг передал собаку поводыря, названную в честь него новому владельцу. Им стал слепой бегун Томас Панок. Торжественное мероприятие проходит в Нью-Йорке. Золотистому ретриверу дали имя Тен, что переводится как 10. Под таким номером выступал Илон Мэннинг. Он играл в команде Нью-Йорк Джайантс и дважды становился чемпионом Супербоула. «Десятка была важна для меня очень долго. Этот номер я носил в колледже. Когда перешел в Нью-Йорк Джайантс, там тоже мне дали такой номер, и я носил его 16 лет». Собаку-поводыря обучили сотрудники некоммерческой организации «Глаза, ведущие незрячих». Ее возглавляет новый хозяин Тена. «Я человек, потерявший зрение. Тен будет глазами, которые меня ведут. Он поможет мне ориентироваться во время ходьбы и бега. Он будет постоянно рядом». Организация «Глаза, ведущие незрячих» существует на пожертвования. Она разводит собак и готовит их к работе поводырями. Потом животных бесплатно передают слепым. В прошлом году собак-поводырей получили 150 человек с нарушениями зрения. С 2020 года в совет директоров организации входит Илай Мэннинг. Женщина-химик из Боливии делает моющее средство из использованного растительного масла. Сырье берет у работников кафе и ресторанов в Ла-Пасе. Идея у Сальверии Париза родилась еще во время учебы в университете. Тогда она узнала, что использованное и выброшенное масло вредит природе. 10 лет назад женщина основала компанию по производству моющих средств. Наши моющие средства натуральные, экологичные и не вредят природе и водным ресурсам. В то же время крупные компании выпускают моющие средства с высоким содержанием химикатов и красителей. Токсичные химикаты вредят экологии.
Компания выпускает жидкие моющие средства, порошок для стирки и кусковое мыло для рук и тела. По словам специалистов, использованное масло, вылитое в раковину, остается на стенках труб. Это постепенно приводит к засорам. Если сточные воды с маслом попадут в реку, то оно останется на поверхности. Из-за этого в воду будет попадать меньше кислорода. Защитники природы советуют из использованного масла делать мыло. Для этого нужна вода и каустическая сода, которая, кстати, очень токсична. Поэтому работать с ней надо осторожно. Также при варке мыла можно добавлять эфирные масла. Поспешно спасаться от огня пришлось жителям 13-этажного жилого дома в столице Монголии. Он загорелся в результате мощного взрыва автоцистерны, которая перевозила 60 тонн сжиженного газа. Погибли не менее 6 человек, еще 14 пострадали. Я живу на первом этаже. Когда произошел первый взрыв, у меня выбило окна. Ударной волной разрушило балкон. Взрыв был очень мощным. Я не знал, что случилось с верхними квартирами. Прежде чем уйти, я попытался закрыть окна на балконе, но они не закрывались. Все оконные рамы были покорежены. Некоторые жильцы поняли, что дом горит, только когда огонь добрался до их квартиры. Им пришлось пробираться сквозь пламя. Входные двери уже горели. Выбравшись наружу, мы увидели, что огонь уже дошел до самого верхнего этажа здания. Все случилось очень быстро. Трагедия произошла в час ночи по местному времени. На перекрестке грузовик врезался в легковой автомобиль и прогремел взрыв. Когда прибыли пожарные, автоцистерна снова взорвалась. Пока пожарные тушили огонь, произошел еще один взрыв. Часть грузовика отбросила с большой силой, что привело к трагической гибели трех пожарных. Жителей пострадавшего дома временно разместили в гостиницах. В районе пожара сгорели 30 автомобилей. В тушении огня были задействованы 600 пожарных и 100 единиц техники. В Великобритании ищут человека, пропавшего без вести во время очередного урагана Джоселин. Поисково-спасательные команды работают в море у побережья Корткала на юге Уэльса. Разгул стихии оставил после себя наводнение и нарушил движение транспорта. Как сообщается, на севере Уэльса скорость ветра достигала 156 км в час. В Йорке после сильного ливня вышли из берегов реки. Это река Грейт Уз. Она затопила улицы в центре города. В 10 километрах отсюда, в торговом городе Таткастер, закрыли для транспорта мост. А в Норт-Тайнсайде рабочие спешат убрать поваленные деревья возле дорог, железнодорожных путей и кладбища. В Эдинбурге, в Шотландии, нарушено движение поездов. Джоселин стал уже 10-м штормом с именем, обрушившимся на Великобританию в этом сезоне. Прямо перед ним по стране ударил шторм Иша.